все существующие на рынке пояса предназначены для ограничения подвижности в поясничном отделе спины и предотвращения выполнения больным человеком движения, которые могут усугубить уровень боли, усугубить саму болезнь. Пояс LVB не ограничивает ни на какие проценты подвижность в спине. Он построен так, что его структура приводит к излечиванию болезни. Свободное смещение позвонков в поясничном отделе. Свобода движения в спине предотвращает образование спазмирования и атрофии мышц в спине и пояснице. Таким образом, в отличие от использования других поясов, при использовании LVB человек чувствует себя свободно, может вести обычный образ жизни, и ему не требуется последующее длительное физиотерапическое лечение для восстановления функциональных свойств мышц спины и поясницы.